Гибиозавр торвус, что в переводе означает «мрачная вялая ящерица». Эта рептилия достигала в длину 18 футов. Гибиозавр является травоядной рептилией с довольно крупной головой, снабженной парой шипов на подбородке, направленных в разные стороны. Также для защиты своего тела у гибиозавра имелся узкий ряд искосных пластин, расположенных вдоль спины до середины хвоста и на голове. Возможно, гибиозавр являлся потомком анкилозаврид, но в результате конвергентной эволюции он утратил большую часть костяной защиты, имевшейся у его предков. Гибиозавр был медленно движущимся и близоруким ящером. Он являлся очень трудной добычей для большинства хищников. Толстая шея и укрепленное горло делали фатальный укус в шею, использующийся многими хищниками, почти безвредным для этого животного, в отличие от большинства других животных подобного размера. Обычно эта рептилия опасалась только группы арсартисов, которые действовали сообща и вместе могли убить или покалечить гибиозавра. Гибиозавр имел тенденцию умирать медленно и неряшливо. Гибиозавр являлся рептилией-архозавром, возможно, анкилозавридом. Длину достигал от 5,4 до 6 метров, в росте от 1,2 до 1,5 метров. Весил при этом от 450 до 600 кг. Обитал в горах и нагорьях острова Черепа.